Значит, смерть Урмаса, Кэт и всех остальных, это не случайность. Плох тот игрок, который не может просчитать все варианты. Уходите. Уходите. И больше никогда не появляйтесь в моей жизни. Твой темперамент когда-нибудь сослужит тебе плохую службу. Ты так и не научилась держать себя в руках. Прощайте, миссис Харпер. Последний пункт повестки сегодняшнего собрания. Наш благотворительный фонд начинает важное дело. Мы собираемся открыть по всему миру сеть реабилитационных центров для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Через 2 недели первый такой центр будет открыт в России, в городе Москве. Правление нашего фонда приняло решение о том, чтобы почетную миссию представлять английскую сторону в качестве главы делегации поручить миссис Сандре Харпер. В составе делегации в Москву поеду. Поздравляю вас, миссис Харпер, дорогая. Я надеюсь, что вы справитесь с этой непростой работой. Конечно. Но у тебя есть время только до полуночи. Ровно в 12 часов твое платье снова превратится в лохмотья, а карета в обыкновенную тыкву. Сказала фея Золушке. Мамочка, ты такая смешная. Ты моя хорошая. Привет. Здравствуй, дорогой. Папа, папочка. А что ты мне привез? Что привез? Я тебе привез себя. Ты рада? Рада, рада, но еще больше бы обрадовалась, если у тебя была бы конфета. Конфета? Ага. А ты знаешь, что сладкое детям на ночь вредно? А вот Кора, и нет. Беги на кухню, скажи, чтобы накрывали ужин. Угу. Что-то случилось? Нет. Ты знаешь, фонд сочувствия открывает в Москве новый реабилитационный центр для детей. Решено послать меня, потому что я сносно говорю по-русски. Но я не смогу поехать, потому что срок поездки совпадает с днем рождения Коры. Дорогая, но ты же так долго хотела, чтобы тебе доверили что-то важное. Мне кажется, не стоит отказываться. Нет, нет, Джеймс, я не смогу. Я давно обещала Коре в ее день рождения отвезти ее в Диснейленд в Париж. Я не смогу ее обмануть. Я понимаю, но эта миссия слишком почетна и слишком благородна, чтобы отказываться. Джеймс. Я не могу обмануть Кору. Дорогая моя, мне кажется, ты просто недооцениваешь нашего ребенка. Кора совсем не эгоистка. И потом, ты же можешь все ей объяснить. Ты можешь рассказать ей, что едешь в другую страну, помогать больным детишкам. А в Диснейленд вы поедете, но чуть позже. Я думаю, она не только поймет, она будет гордиться своей любимой мамочкой. Вадик, да. Готов? Готов. Начали. Камера есть? Давай, работаем. 3, 2, 1. Можем. Сегодня в Москве произошло очень важное событие. Международный благотворительный фонд «Сочувствие» открыл в нашей столице детский реабилитационный центр. На открытии присутствует представительница всех стран, входящих в фонд. Этот проект был осуществлен при финансовой поддержке некоторых российских бизнесменов и общественных благотворительных организаций столицы. Безусловно, это внесет ощутимый вклад в здоровье наших детей. Thank you.
Артист не может пройти! Пожалуйста, я очень нежно! Я обожаю тебя, Саша! Ты самый лучший! Альма, стой! Барбарисыч, узнал? Ой, ты мой хороший, Барбарисыч. Привет. Ой, ты мой хороший. Привет. Ну? Ну, ты как здесь поживаешь? А? Барбарисыч! Простите, а вам кого? А вот Барбарисыч меня сразу узнал. Сашка, ты? Ой, приехала! Слушай, как ты нас нашла-то, господи! Язык-то до Киева доведет. Ты же всем рассказала, куда переезжала, даже тем, кому квартиру продала. Точно, Штирлиц из меня никудышний. Едвига, Едвига, милая. Сашка. Пашка. Сашка. Сашка. Сашенька. Пашка, родной. Чего? Видишь, волшебница ты наша. Пашка на своих двоих разгуливает. Счастье какое. Прошу. Ой, как у тебя здесь здорово. Это мой кабинет. Ой. Помнишь? Ну, конечно, помню. Ничего себе. Да у тебя здесь целое собрание сочинений. Павел Удальцов, Павел Удальцов, да Павел ладно. Удальцов, Павел Удальцов. А, это последнее. Новое еще. Пашка, а подари мне свою самую первую книгу. Ну, или самую любимую. Конечно. Ага, вот вы где. Так, известный писатель. А кто нам шашлыки обещал? Голос. 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 Ага. Достоевский, ну скоро там? Сейчас, сейчас. Еще минут 10. И все будет практически готово. Ага. Посмотри на него. Ну, чистое дитё. Никогда не вырастет, наверное. Хожу за ним, как за маленьким. Он же, когда пишет, из жизни вообще выключается. Ну? Да, ну чего. Мне в прошлом году 45 стукнуло. Чё ты ржёшь-то? Детей нет, семьи нет. Из цирка попёрли. Вот. А ему я нужна. И друг я ему первый. И вместо матери. И, между прочим, первый читатель. Вот так и живем. Спасибо тебе, Едвига. Ты очень хорошая. На. Расскажи, как вы на дому собирали? Ну как, я квартиру продала, Пашка гонорары подсобрал, вот и осели здесь табором. Ну а ты-то как? Рассказывай. Мы с Пашкой тебя каждый день вспоминали. Думали, представляли, как ты там в своей Англии. Я хорошо. Джеймс меня очень любит, и я его очень люблю. Вот, наша дочь Кора. Ой, красавица!
Ну, вся в маму. А муж-то интересный какой. Холёный. Ну, а ты как? Работаешь или дома сидишь? Да, можно сказать, дома сижу. От бизнеса отошла. Угу. Занимаюсь благотворительностью. Там у них так принято. Слушай, как я рада за тебя. Так все здорово у тебя сложилось. Да. Так все хорошо, что даже страшно. Почему? А когда у человека все хорошо, всегда немного страшно. Счастье, оно же как песчаный замок. Кажется, ткнешь чуть сильнее и развалится. Чего ты такой мрачный говоришь? Ты посмотри, Пашку вылечили. У тебя муж любимый, дочка, но чистый ангел. А ты тут тоску нагоняешь. Сашка, ты чего? Я, наверное, просто устала. Ну, то-то. Тургенев, ты нас кормить собираешься? Мы уже почти умерли с голоду. Так, у меня уже все готово. О, пошли. Прошу всех за стол. А, с пылу, с жару. Барбарисыч. Так, а мне сесть? Так. Давай. Ага. Наливаем. Ух ты. Красота какая. Пашка. Так. Ну, дорогие мои, давайте за встречу. За долгожданную встречу. Да, ну? Бориска? Реконструкцию еще в сентябре 2005-го. На протяжении всего года в Москве продолжалась грандиозная реконструкция Ленинграда. Ну, ложку-то не ешь. Какая вкуснота. Черничная. Божественно. Специально варю. Для Чехова. А то он целыми днями пялится в компьютер. Боюсь, зрение посадит. А оно для глаз полезно. Как же мне с вами хорошо, родные мои. Спокойно. А ты к нам почаще приезжай. Да я бы рада, но... Ничего. Вот Галсуорти наш напишет еще пару романов. И мы все вместе с Барбариской рванем к тебе в Англию в гости. А что? Это идея. Сегодня в Москве состоялось торжественное открытие детского медицинского центра. Помимо российской стороны, на мероприятии присутствовали делегаты Международного благотворительного фонда сочувствия. Эта организация уже много лет успешно претворяет в жизнь программу по реабилитации детей и инвалидов. Макс, ну да ну эти новости. Вице-президент фонда сочувствия Марии Максик. Димай, в ближайшее время в России планируется открыть еще несколько подобных ему учреждений. Макс, ты че, оглох? Сегодня в Москве произошло очень важное событие. Международный благотворительный фонд сочувствия открыл в нашей столице детский реабилитационный центр. Слушай, переключи. На чем мы смотрим какую-то ерунду? Всех стран, входящих в фонд. Ну, переключи просто на вторую. Сейчас мой сериал начнется, любимый. Ну, Макс, переключи, пожалуйста. И общественных благотворительных организаций. Что-то как маленький. Спасибо. Подожди. У тебя все нормально? Да, да, я вернусь сейчас. Потом всю ночь не спишь. Ну, нам с тобой воображать-то нечего. Мышь. Алло. Вадик, здорово, это Максим. Да нормально. Слушай, знаешь, какой у меня вопрос к тебе будет? Скажи, а кто для вашего канала снимал сюжет о детском центре? Ну, медицинском детском центре. А, ты снимал? Отлично. Стоп. Ну-ка, давай назад. Вот. Вот она. Черт ее знает, она или не она. Да кто она, не она-то, а? Вот, моя знакомая. Макс, ты что, опух, что ли? Ну кто это такая? Это англичанка крутая, жена этого миллионера. Как его? Магната нефтяного, Харпера. Да. Ошибся, наверное. Ну, а чё эти представители тусуют в Москве или сваливать собрались, а? Не, они еще три дня будут. У нас послезавтра интервью с их председателем. А где они остановились? В отеле Марко Поло. А. Чё, всем скопом? Да.
Так они же на одни и те же мероприятия ходят. Так собираться легче. Саша! Саша, подожди! Молодой человек, вы куда? Я с ней. Саша! Саша! Миссис Харпер! Саша! Миссис Харпер, этот человек говорит, что он с вами. Нет, нет, я его не знаю. Молодой человек ошибся. Не пускайте ко мне никого, я буду отдыхать. Саша! Саша, это я! Молодой человек, вам прошу покинуть. Да подождите, мы знаем друг друга. Саш! Пройдемте. На выход. Да. Идите. Я вас очень прошу. Давай, давай, давай. Вы давай. Для себя делайте. Выпихнули меня при всех, как будто я забулдыга какой-то. И это тоже FIFA. Здрасте. Здрасте. Звать как? Неважно. Представляешь, тоже мне. Я здесь никого не жду. Вы, наверное, ошиблись. Зараза. Она это, точно она. Узнал я ее. Но только вид у нее такой важный. На кривой косе. Козе не подъедешь. Повторим. Сволочи. Выкинули. Все. А. Кем она была-то? Продавщицей. Простой продавщицей в магазине игрушек. Вот такой маленький магазин игрушек. Я что хотел с ней, то и делал. И когда хотел. Вот скажи, почему меня-то она не узнала? За что? А? Женщины, они такие. А может, она хотела, чтобы кто-то про нее что-то не знал. Что-то из ее прошлой жизни. А кто? А кто может быть этот, кто про нее хочет знать? Повторить? Все, хватит. Трезветь надо. Компьютер, а? Да, сейчас. Спать невозможно. Утром напьется, ночью не спит. Совсем уже обнаглел. Да-да, сейчас, котенок, сейчас. Ага. Да. Это она. Ты посвисти еще! Молодец, замечательно придумал. Отлично! Ну все, все, ну все! С меня хватит! Надоело это все! Ты просто эгоист, понятно? Ты проклятый эгоист! Я завтра же подаю на развод, ты слышишь? Заживем. Все! Хватит! О себе, о тебе! Дай! Иди. Не трогай! Папа, вместе! А? Да не трогай ты меня! Давай! Что ты хочешь? Что? Танцуем! Ты что, совсем? Ты что, совсем? Макс, ты с ума сошел? Лучше моего Борисочка! Сумасшедший! Госпожа Сандра Харпер? Да. Вам письмо. Спасибо.
Секунду. Благодарю. Спасибо. Большой привет, Сашенька. Не забыл еще своего Макса. Ужасно по тебе соскучился за столько лет. Котенок, конечно же, видеть тебя, слышать тебя. Я так соскучился по тебе. Я занята. Знаешь что? Тогда в твоих же интересах найти пару часов для встречи со старым другом. Хорошо, сегодня в 10. Говори, где. Клуб «Каприз». Пиши адрес. Сашуля! Сашуля, привет! Саш, ну ты прям какая-то недотрога. Добрый вечер. Что-нибудь желаете? Спасибо, ничего не нужно. А помнишь, как ты любила, когда я… Послушай меня внимательно. У меня очень мало времени, и тем более нет желания предаваться воспоминаниям. Что тебе нужно? А ты не догадываешься? Сколько? Но я спрашиваю, сколько? Саш, а почему ты думаешь, что мне интересуют только деньги? Да осторожно ты на поворотах, эй! Сашуля, подожди, я понимаю, что былую любовь не вернуть, но… Если ты сейчас же не скажешь, сколько, я уйду. Да ты прям леди. Леди из люберецкого магазина. Сто. Сто чего? Тысяч. Евро. Ага. Хорошо. Я вернусь в Лондон, ты получишь деньги. И, надеюсь, навсегда исчезнешь из моей жизни. А вот это мы посмотрим. По обстоятельствам. Кольцо-то какое. Обручальное. Знаешь, много денег не бывает уж. Кому как не тебе знать об этом, да? Не надо со мной шутить. Иначе у тебя будут большие неприятности. А вот это мы посмотрим, у кого будут неприятности. И если через неделю я не получу эти деньги, твой муж все узнает. Я написал одно письмо, содержание которого, я думаю, очень интересно будет узнать твоему мужу, миллионеру Джеймсу Харперу. А как передать его? Это письмо. Я найду способы. А я думаю, что пока тебе, подлец, что-то от меня нужно, ты никому ничего не расскажешь. Пожалуйста. Хорошо.
Она уехала. Есть кое-что интересное. Прошу вас. Добрый день, Ричардс. Добрый день. Привет, красавица. Здравствуйте. Добрый день. Еще домашнее задание нужно будет сделать. Сегодня. Кора! Наконец-то! Мам, Кора, как вы себя ведете? Ура! Так езжать и прыгать совершенно неприлично. Я скучал, мне было так плохо без тебя. Мамочка, ну пойдем. Иду, дорогая, иду. Пойдем, быстрее. Аккуратнее, не упади, пожалуйста. Пойдем. Иду, иду, иду. Что я тебе покажу? Ну-ка. А что у нас там? Мамочка, не отставай. Раз, два, четыре. Новый с мамой папин сюрприз. Смотри, что? Какая картинка. Ой, как красиво. А цветы мы с папой как выбирали. Все мама, а вот ой, еще и мой сюрприз. Это какая я тебе нарисовала. Боже мой, как я по вам соскучилась. И мы по тебе скучали. Иди ко мне. Иди, моя хорошая. Родная ты моя. Что-нибудь еще, миссис Харпер? Нет, Мэри, спасибо. Я приняла свое лекарство и хочу заснуть. Мэри, будьте любезны. Да? Пожалуйста, прикройте за собой дверь. Хорошо. И поплотнее. Лови. Ай, ты моя хорошая. Лови! Опа! Ой! От мамы мячик убежал. Мячик убежал. Лови. Оп! Ты моя умница. Давай! Опа! Ага. Добрый давай. День. Папа, папочка! Оп. Джеймс! Оп! Так соскучился, что с работы сбежал. Алло, Иришка, привет, как ты? Нет, что-то, я очень соскучился по тебе, котенок, конечно. А, нет, ты отдыхай сегодня, завтра приедешь. Ага, ну что я? Я работаю, как всегда работаю. Да, ага, хорошо, теща огромнейший привет от меня. Ну, я целую тебя, все, пока, пока. Так, кто тут у нас, ой, кто к нам сегодня пришел, девчонки? Идите к папочке. Леночка. Какие сиськи. Не двигаться. Письмо. Сидеть.
Аккуратней. Мисс Кора. Ой. Стыдитесь, мисс Кора. Вчера на дне рождения Микки Нортона вы вели себя так же и вся перепачкались шоколадом. Все пачкались, даже Тина Ходинг. Деточка, если ты не станешь следить за собой, из тебя никогда не получится настоящая леди. Ну я же твоя внучка, бабулечка, значит, буду такая же, как и ты. Ты не права, дорогая. Чтобы стать такой, как я, надо много работать над собой, над своими манерами, поведением. Сейчас съем клубнику и сразу поработаем. Джеймс, я хотела... Доброе утро. Извините, что опоздала. Мамочка, доброе утро. Доброе утро, милая. Доброе утро. Мэри, принесите мне кофе в кабинет. Уже 9, мне пора работать. Мисс Кора, вы совсем забыли? Мама, а бабушка пошла работать над своим поведением? Уже уходишь? Да, пора. А как же кофе? Прости, дорогая, нет времени. Но если получится, ты возвращайся домой пораньше. Я постараюсь. Ну все. До встречи. Мама, а папа пошел работать над своими манерами? Или у мужчин другая работа? Доброе утро, мистер Харпер. Привет, Чарли. Сэр, мне кажется, красная машина преследует нас от самого дома. Да нет, это тебе показалось, Чарли. Но, сэр, там за рулем симпатичная женщина. Я подумал, может быть, это одна из ваших знакомых? Знаешь, Чарли, время моих знакомых уже давно прошло. Извините, сэр. Могли 100 раз еще выпить кофе. Чарли. Да, сэр. Останови где-нибудь у магазина, очень пить хочется. Конечно, сэр. Мам, давай купим. Нет, положи на место. Пойдем отсюда. Скажите, Уитмар. Да, миссис Сандра. Вам не кажется, что эти кусты разные? Нет, не кажется. Вот, вот теперь они одинаковые. Миссис Сандра. Нет, Уитмар, они разные. Посмотрите. Это одна и та же высота. Уитмар, они прекрасные, но они разные. Миссис Сандра, ну скажите, что они... Миссис Сандра! Миссис Сандра! Что случилось? Там звонят из больницы Святой Екатерины. С мистером Харпером что-то случилось. О, Господи! И чтобы мышь не проскочила. Это понятно. Девушка, постойте. Я же вам... Миссис Харпер, а вы что
Это миссис Харпер. Дорогу! Дорогу! Разойдитесь! Что с моим мужем? В настоящее время его осматривает врач. О покушении известно только одно. Я вас слушаю. О покушении пока известно только одно. Что под днище автомобиля мистера Харпера была заложена взрывчатка. За секунду до взрыва мистер Харпер вышел в магазин, это его спасло. Шофер погиб на месте. Как вы могли это допустить? Вы отвечаете за жизнь Джеймса Мельдерса. Функции телохранителя не входят в мои непосредственные обязанности, миссис Харпер. В качестве телохранителя, водителя к Джеймсу был представлен Чарли, который погиб при взрыве. Он допустил оплошность. Мы сейчас будем это обсуждать. Вы начальник службы безопасности. А значит, вы за все отвечаете. Миссис Харпер? Да. Что с моим мужем? Не волнуйтесь, он получил ранение, не угрожающее жизни. Доктор прописал ему снотворное, он сейчас спит. Я думаю, что завтра он проснется, и вы сможете с ним поговорить. Нет, я хотела бы увидеть мужа сейчас. Я думаю, что доктор этого не позволит. Я хочу увидеть мужа сейчас. Ну хорошо, я постараюсь поговорить с доктором. Я с вами. Угрозы для жизни вашего мужа сейчас нет, миссис Харпер. Но из-за большой потери крови организм его сильно ослаблен. И восстановление займет много времени. Кроме того, у него обнаружено несколько незначительных переломов. Но мы сделали рентгеновское обследование. Ничего страшного. Но кроме этого есть серьезная проблема. Какая, доктор? Видите ли, у мистера Харпера осколками стекла сильно повреждены сухожилия на обеих ногах. К сожалению, такие повреждения грозят потерей чувствительности. Нужна операция, и чем скорее, тем лучше. Тогда чего вы ждете? Почему не готовите операционную? Понимаете, миссис Харпер, мои хирурги, конечно, кое-что сделали. Видите ли, мистер Харпер попал в нашу клинику только потому, что она находится рядом с местом аварии. Но у нашей больницы несколько иной профиль. Так что вам необходимо обратиться к более квалифицированным специалистам. Я вам могу порекомендовать профессора Хопкинса. Доктор, я могу от вас позвонить? Да, пожалуйста. Спасибо. Доктор Фишер, больной из первой палаты пришел в себя. А, придется вас покинуть. Извините, если я вам понадоблюсь, я буду в первой палате. Спасибо. Доктор Гастингс, здравствуйте, это Сандра Харпер. Мне очень нужна ваша помощь. Два человека у палаты. По два на каждом этаже. Быстрее. Два входа. Да. Связь со мной по рации. Что-то подозрительное докладывать. Мельдерс, охрана понадобится только до завтра. Можно вас на секунду? В чем дело, миссис Харпер? Завтра утром Джеймса необходимо перевести в клинику Гастингса. Но это невозможно. Что значит невозможно? Ему не могут здесь сделать необходимую операцию. Видите ли, миссис Харпер, перевести Джеймса в клинику Гастингса завтра невозможно. Я сначала должен сам проверить весь персонал клиники, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности для мистера Харпера. Это займет пару дней. Пару дней? Операция необходима немедленно.
А вашим людям, Мельдерс, я доверяю меньше, чем людям Гастингса. Поэтому в его клинике Джеймс будет в безопасности. Так что ваше дело, Мельдерс, транспортировка. Я надеюсь, с этим вы справитесь до завтрашнего утра. Но я не могу взять на себя такую ответственность. Я возьму на себя эту ответственность. Поэтому я вам приказываю организовать к завтрашнему утру транспортировку моего мужа в клинику Гастингса. Это понятно? Еще приказы будут, миссис Харпер? Нет. Лиз, я как раз хотела вам... Почему вы сразу не сообщили мне, что произошло с моим сыном? Лиз, простите, я просто как только узнала, сразу же побежала в больницу. Я вам не могу позволить воспользоваться состоянием моего сына и настраивать его против меня. Лиз, вы о чем? Мой сын слишком доверчив, а вы хотите использовать ситуацию, чтобы упрочить свое влияние на него. Я вам этого не позволю, так и знаете. Да как вы можете думать, бог знает о чем в такой момент? Наконец, пора знать свое место. Терпи еще немного, пожалуйста. Как тебе кажется, кто из нас сейчас больше боится? Конечно, я. Ты же знаешь, я у тебя такая трусиха. А ты сильный. Гастингс, что? Извините. Доктор, ну что? Скажите скорее, умоляю, не томите. Не волнуйтесь, операция прошла успешно. Все нормально, успокойся. Теперь его ждет долгое восстановление. Но это, как говорится, дело времени. Только и всего. Слава Богу. Вам нужно подготовить мистера Харпера к тому, что реабилитационный период может затянуться, так что он пусть не мечтает в ближайшие дни вырваться из клиники. Как минимум пару месяцев ему придется провести здесь. Конечно. Спасибо вам, доктор. Спасибо. Поскольку мой сын должен будет провести в вашей клинике довольно продолжительное время, я хотела бы убедиться, что условия для него будут подходящими. Я могу посмотреть палату, в которую предполагается положить Джеймса? Ну, конечно, миссис Харпер, обязательно. Пойдемте, я провожу старшей медсестре, она вам все покажет. Простите, доктор. Да? Когда я смогу увидеть мужа? Миссис Андра, я не знаю. Сейчас его послеоперационно перевезут в палату. Правда, он проспит несколько часов после наркоза. Как получается, что Джеймс проснется только ночью? А как же я? Как же быть? А что, Сандра? Пойдемте с нами. Посидеть в палате, подождете. А вы уверены, доктор, что лишние волнения не повредят моему сыну, когда он придет в себя после операции? Я думаю, миссис Харпер, наоборот. Ему будет приятно увидеть родное лицо, когда он проснется.